Отдых в Таиланде бывает и таким. Огромная зеленая территория, шикарная анимация даже по меркам Турции. Тайский бокс и скалолазание, мастер-классы и зоопарк. Бесплатные игровые автоматы, PlayStation, аквапарк. Дети точно не будут скучать. А значит, мы, родители, сможем отдыхать на полную катушку. А катушка, как известно, у каждого своя. Но отель больше располагает к спокойному отдыху в стиле релакс, джакузи, качели или бокал вина с видом на потрясающий закат. Мы заезжали в отель повторно, а это редкость для нас. Напоминаю, что на канале вас ждут еще 600 обзоров отелей. В каждом отдельном отеле мы проживаем минимум неделю.